Мы только приехали, Юр, что, при чем здесь все, господи? Сейчас, Гром, сейчас дам косточку. Так, мы на всероссийской выставке. Сейчас я дам, сейчас. Вкусняшки, да? Вкусняшки. Лечь сюда. Так, долгоиграющая. Нам только с Брагином оставьте. На. Так, мы же в одной теперь команде. Косточки на всех. Мой, моя Гердочка. Держи. Не, прыгай. Я им сейчас дал, пусть они грызут, занимаются. Че, а мы займемся, да, сейчас? Я что, плету? Ну, пока я думаю, что налобные фонари, наверное. На ночь, не? Стол там красивый, надо туда переходить. А там прицеп у нас не сгорит? Ну, это горит, штука-то это, от комаров. А кто ее зажег-то? Ты же сказал, я дым пускаю там. Вон дымом. Не, я вроде запах пошел этой. Шашлычный? Нет, от этой сигареты, от комаров. Вот. Там какая-то фигня, большие разводы такие. Это хороший, да? Ну, это тот, да. Окрас, окрас. Да, да. Штаны у хозяйки. Ну, а может, она так одевается, по-моему. Не знаю, по собаку, что ли? Ну, да. Разводы идут, либо собак купают, либо сами купаются. Еще минут 40 посмотрим, кто будет купаться. У меня связь есть, Теле2. Не смотрел еще. Кстати, это. А там Е. Спонсор прислал. А. Так, собаки уже перекусывают. Давай это. Где он, Том? Слушай, а мы открывашку не взяли. Зачем? А, две дырки. И... Ты че, брат? Или ты просто пах... руками ее открыл. А? Ну, руками. Ну. Ты же сегодня что-то руками открыл. Я открыл, открутил. Ну я, это же гайка. Че у нас кости? Все обычно, что на газ поставим. На две порции больше готовить не будем или как? Сейчас посмотрим. Не закипит же она. Начальство. А что там за консервы? Вот это что такое? Закуска холодная же. Ну, хлеб. Накладывать, не намазывать. Гердос. Так. Так что, может, сварим немного там? Не 10 же литров варить. А? Чего не 20? Конечно, не 10. Хватит. Куда идешь? Достаточно, наверное, да? Ну, наверное, да. Всю ночь будут ехать. Легавых вообще очень много. Что? Да, вон легавых. Ой, я уронил, да? Ножку уронил. Ты нашла, молодец. Хорошо не заиграл. Прекрати. Да, спина, конечно, отвалится, но постель готова. Два одеяла, две куртки под голову и... брезент под низ. Матрас мы не брали. Не стали спускать. Генератор звонить не будем. Ну, у кого-то работает генератор, но кто не... Гончая русская. Так, ладно, будем готовить. Все.
Верочка. Все, напутались или нет? Напутались. Развязалась. Что, сейчас по рыбке дам. Рома, ты копаешь уже там. Завтра еще укус варим. Палтуса, да? Ага, отнимай, отнимай. На, хвостик возьми один. Мердок, ты рыбу будешь? Оп. Ребята, Серёгин, честно, не наглей, не отнимай у него. Ждет, когда он, да? Ты быстрее. У тебя побольше просто. Вода, вода, кругом вода. Тут бутербродик какой-нибудь. Забыли мы все мясо. Будем ваши кости варить. Ну, то есть, видите, косточки, которые собакам купили. Надо было сети брать. Да я шучу. Кого брать? Да, кого? Женщину? Так чем тут женщина? Стол такой? Писю. Женщина тут при чем? Ты просто... Нет, тебя съедают, я же вижу. Ну и что? Тебе чайник поставить. Чайник поставить? Знаешь. А что пить-то? Вопросом. Не, не хочу. Так, на чуть воды мне в казан. Сидите, ждите. Вы что, запутались? Нет. Гром, что ты в натяжку-то? Беспокойная. Ну, чисто у меня. Все, обжариваю. Ну, кали его с водой, что-то. Все, пойдем. Чья, любопытная Варвара. Хулиганье. Громче. Для памяти. Че-че? Для плезиру. Для чего? Как и Николай Евгеньевич любил всегда говорить. Понятно. Для плезиру. Бета, я что помню только. Бета? Ну да. Бета, да. Потом замерз. Это как не у Пронькина, да? Приходим, а у него волосы, бля, все в это вынии. А что он сказал, бля, пока вода не замерзнет в ведре? Печка не топит. Да. Пойдем, говорит, проверим. Заходим, Николай Евгеньевич в каком-то полушубке или уже в шубе в какой. Волосы последние на голове. Просто покрытые не. Я говорю, ну и как у вас тут дома? Да все нормально, тепло. Одинаково. Гром! Прекращай. Да, заканчиваю. Заканчиваю. Громче. Ну таких дофига тут. Громче. Гром. Громко. Коллега. Зажирает, конечно. Нифига. У-у-у. Вот так вообще отлично. Не, ну так, да. А я привык. Я и дом так хожу. А,
пока вот у тебя чистый нож, отрежь мне чуть-чуть хлебушка и колбаски прям на горбушку. Сейчас. Или там как там, бутерброд, я хоть конвейер кину, хоть пусть червяк живет. Так, что ты говорил-то? Да вот белого куска хлеба, и он, я не знаю, что можно тут. Да все, Дим. Нет, кусочек колбаски, и все, мне хватит. И будем человеческие собачьи кости есть. Чего? Да, да. Так, я опущу, как стол будет. Тихо. Тык. Нельзя, нельзя. Куду? Куду? Стол. Вот удобно, L200. Дураки на месте. Ничего, не бойся, чуть попозже. Гром, это не тебе. Все, перевел, вроде потише, да? Ну, не видит народ, это лес. А так бы он сейчас воспитывает. Кто там? Жесть. Смотри, какой отряд мальчиков идет. Ладно, мальчики, зайчики. Так, мы оставляем еще по кости. Конечно, ничего там. Обмыть может их. Они позеленели. Ее. Ну и что? Да нифига. Об водой обмыть. Что, то с не будем? Кидай, кидай. Что, без нас, кидай. Они чуть-чуть, а что мы с кондиционером ехали? Получается, сколько собак-то? Три? Ну, у нас двое. То получается, нам три, им три. Ну, тут не выбрать. Мату не ори. Ой. Ничего, брат. Во, отлично, пошло. Это что? Угу, понял. О, это что? Че, это быстро поднял, да? Отлично, ее. Все, вообще, четко. Вот это больше. Головы хуже. Тихо. Бывает и так. Сейчас в обратном кольце поберу и все. На другой. Так. Мультимиллионер. Что, никак? Нормально. О, сколько машек ищет такое, да? Комаровна. Ну не видишь. О, блин, еще курил бы человек, она же тоже сейчас. Сейчас пошло. Прям на еду, они не понимали, что творят. Ну и ладно, она неопытна. Ну, там, мне кажется, утка плывет. О, вдалеке. Нет, это бобер. Думаешь, большой развод? 200% тебе говорю. Давай забьем. Угу. Ну так утки не плавают. Ее. А как он плавает? Волна видел какая? Ну и что, тут он... Камень брось у бобра. Ты будешь одевать какую-нибудь кутюльку? Не знаю, надо, наверное. Вот меня вот ни одна эта, если матом не ругаться, не кусила. Падла? Может быть. Оно же нормальное слово. А там дальше еще один. Занырнул, вынырнул. Так, ладно, я да, прекращаю репортаж, потому что сейчас будет вообще темно, телефон уже плохо ловит ситуацию. Ситуацию вы поняли, что у нас тут вот так лучше. Лагерь быта, да, без спиртного. Да, да, да. Собаки контролят, что-то хотят. Ложечку деревянную искать надо. Это намек мне. Да, она сбоку лежит, должна быть другая. Нет, железки не будет. Железкой нет. Я про другое. Это все с Карелии все. Хорошо. Слушай, а консервы, смотри, в заначке есть. Мужчина опытный. Говядина, тушен. СССР. Не-не, заначка. Заначка. Ай, буденовцы. Нас снимают. Нас снимают? Ну, закрой ее. Закрой, она мне сразу не мешает. Собаки прыгать не будут.
О. Все, не нервничай. Сварим чуть-чуть. Так, это собакам. Кстати, вот это вот вообще хорошее. Не надо нос. Не. Доставь. Не, я дам сейчас им. Не, зачем? Они только ели рыбу и это. Все, надо в пакет сейчас обратно и все. Все, я завершаю репортаж. Машины всю ночь будут ехать. И что? Да ничего, мы записаны, все прошли. Все.